В махачкалинском аэропорту встретили олимпийского чемпиона по боксу в полулегком весе Альберта Батыргазиева. Поздравить бойца с яркой победой и разделить с ним радость пришли друзья, родственники, наставники и сотни поклонников бокса. Бурные овации, лозунги, огромные плакаты с поздравлениями и танцы. Усталость от перелетов компенсировал жаркий прием. Олимпиец признается, он чувствовал всю эту поддержку далеко от дома. Я знаю, что очень много людей болели, переживали и радуются. Я очень рад, что моя победа объединила очень много людей, не только Дагестан, не только Россию. Всех достойным братьям. Еще раз ассаламу алейкум. Пусть будет наше братство ради Всевышнего. Результат выступления дагестанского чемпиона в Токио министр спорта республики назвал выдающимся. Сажид Сажитов нисколько не сомневается в повторении результата на следующих играх в Париже. Многонациональная республика Дагестан, еще у одной нации есть золотая медаль. Спасибо тебе, Альберт, за это. И на следующий день поздравляем, желаем тебе успехов. Не за горами еще олимпийская история, которую мы надеемся, ты повторишь. Поздравления в его честь прозвучали и в Доме правительства, куда Альберт Батыргазиев отправился сразу после прилета. Карим Даниев, Магомед Магомедов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала.